Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу и говорили: «Радуйся, царь иудейский!» И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице и сказал им Пилат: «Се человек». Се человек, се человек, отви царственный посол, власть греха ты поборол, ты изранен был и на кресте венце колючем, на кресте венце колючем. Человек, се человек, Божий агнец без греха, ты в страданиях бесконечных мне открыл небес врата. Край святых восторгов вечных, край святых восторгов вечных.